положили. Голова-то не болит, нет? Ничего не болит? Ну да. А мальчик там курит, а? Ой, курит, сидит. А? Не кури. Куришь-то? Ну, кого-то тут жидкий. Плюнь. Еще спросим, да? Так на них, на нас давай, ты посмотришь, еще недолго будет. Ась, давай, мочи. Не говори. Торшер, гриф. Здравствуйте, на лице. Ой, в спине скребут свет, что ли? В рюмочках коньяк налит. Да, свиданицем. Думаешь, откуда? Чего? Нового-то посуда. Ой, так соседка этим гостем дорожит. Да, поправит скатерть. А. Да вздохнет, не кстати. Отмутилась? Что не острые ножи? Нет? Ничего не смущает, ты же молодежь нонче. Он мужчина-то разведенный. Так и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина. Некого винить. Тот был. Первый гордый. Правильный был, твердый. Ну да бог ему, судья-то был бы жив. И, конечно. Скверность меняет. А дочка-то у ей подрастает. И пустяк, что не наточены ножи. Пустяк-то оно пустяк. А жизнь стекла. А помнишь молодость, а? Как забыть-то. Пахла наволочка снегом. Крыша капала вода. Плащ? В углу висит. Теперь ты глухая. На проспект спускалась с неба к нам зеленая звезда. О, позднее такси. А, далеко до сходни. Не уйдет сегодня. Да он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно. Мы же жили вкратно. Да дай здесь эти чертовы ножи. Может, жили скромно, задались вам эти чертовы ножи!